Анапский дельфинарий на Большом Утрише – визитная карточка города-курорта. Здесь сам воздух напоен ионами серебра. Чистейшая гавань и галечные пляжи – общая картина поселка Утриш была бы не полной без этого уникального объекта, в котором выступают дельфины, афалины, белухи, северные морские котики, патагонские и северные морские львы. На протяжении 27 лет это точка притяжения туристов от мала до велика. Дельфины – очень удивительные животные. У них свой язык, свое мировосприятие, мироощущение. Они по-своему общаются. Я хожу каждый год в Анапский дельфинарий. Меня поражают эти удивительнейшие животные. Планируем запустить новое шоу, абсолютно новое. Это будет вечернее лазерное шоу. Будет проходить в летний период, будут участвовать наши морские млекопитающие и специальные приглашенные гости. На международной выставке «Анапа. Самое яркое солнце России» сразу два уникальных объекта на одном стенде. Анапский дельфинарий в поселке Большой Утриш и парк живой природы «Додо» в станице Натухаевской. Парку уже 12 лет, а это 10 гектаров нетронутой зелени с пением птиц, звуками природы. Здесь можно общаться с редкими животными. Настоящие тропики. В зоопарке мы тоже подготовили ряд акций. Одна из самых уникальных, такой точно нигде нет, это обладатели звериных фамилий, то есть люди, чьи фамилии образованы от фамилий диких животных, например, Медведевы, Волковы и так далее, при предоставлении удостоверения личности покупают билет со скидкой 50%. А самое главное, оба объекта, дельфинарий и парк Додо, открыты круглогодично.